Всем привет, подписчики, не чай, сегодня я здесь появлюсь, потом будет 7 роликов с Герой. Давай, давай! Окей, 14 роликов с Герой. Да, конечно, да. А нет, подожди, и 2 с Федей. Я трахал кошку. Федос тебя помнит. Любят. Всем привет, вы попали на канал. Чай. Сегодня в гостях Ромарой, человек КВН. Ни пуха, ни пера. К черту. А теперь миниатюра челленджер Фифи. Привет, пацаны, сейчас я попаду в перекладину. Бля, как же так? Теща пришла домой. Наконец-то пришло время объяснить, что здесь происходит. Мы на Манежной площади, что называется Манеж. И устраиваем митинг. Конечно. Поддержку канала Германа. Герман, не унывай. Вот, на этом канале не должно быть Герман. Минимум Герман и максимум Эль Классико. Мы сегодня вышли почелленджить, и как вы уже поняли по названию ролика, этот видос называется «Самый тихий, Самый тихий удар челлендж». Вау! Долбанутый челлендж. Перед вами, а вон там за Ромароем, бубен. Он громыхает. Наша задача как можно тише по нему ударить, но потому что, чтобы как узнать, что мы тихо ударили по нему. А под бубном находится шумомер, который измеряет как раз-таки децибелы удара по мячу. Ну что, минимум децибел, максимум. Шум! Голосуйте за Ромароя. Бьем вот этим мячом, если у нас получается легко, мы его уменьшаем. Ого, вы видели это чудо? И бьем маленьким, все очень просто. Удачи! Ром, расскажи, покажи. Ты как человек, который у всех выигрывает, но меня проигрывает. Я уступаю тебе, чтобы ты мне рассказал, как бить тихо по мячу. Смотри, показываю один раз. Подожди! Дорогие друзья, я, конечно, знал, что этот канал долбанутый, но и гости должны быть долбанутыми, но чтобы настолько... Ты ударил 94 децибела. Snowmobiles. Это как, типа, снежная машина. Челлендж называется «Самый тихий удар», но ты так бросил мне вызов, что я тоже хочу теперь долбануть, и меня ничто не может остановить. Мы с тобой, как настоящие хоккеисты, достигли потолка зарплат. 1xbet, кстати, очень классный сайт. Где лучшие ставки? У нас на сайте 1xbet. Где люди живут деньгами? У нас на сайте 1xbet. Если тебе нужно бабло, ищи меня на 1xbet. Ссылочка в описании. Вот так. Время шептуно. О, как приятно. Сколько децибел? Рома, да! Бей бабло. Знаете, что нечаянно задел веревочку, а веревочка потрясла бубен, а бубен зазвучал. И после этого Кощей сдох, что ли? 85 где-то. Я бью как часы. Коль я попал, я буду бить маленький. Слушай, ну это было громко. Как думаешь, сколько? От 93. 89. Что я могу сказать? Я тихонь, я люблю шептуны. Пока мы с тобой глупо шутили, долбануто играли, у нас петух повысился. Амено, амено, ля тирей. Ты, кстати, видел сейчас популярные видосы, когда петухи поют, типа ты жмешь, а они в мелодию фигачат. Время проснуться и перевернуться что-нибудь. Он типа задыхает в конце. Они думали, мы упадем. Второй этап нашего челленджа. Мы устали тихонничать. То громче ударит по петуху. Машка, секир, касаний было. Звука не было. Как они столкнулись взглядами с этим петухом. Что ты в этот момент подумал, Ром? Че, петух с петухом встретился? Кука-карику, ёпта! Карику, ёпта! Мне кажется, только один человек может нам помочь. Мы не можем попасть в петуха, Герман. Меня там обижают на других съемках. Старина, мы тебя не обидим никогда. Представь, что те, кто тебя обидели, это тот петух. Попади, пожалуйста, по нему, чтобы он тихо. Не-не-не-не-не! Я не упал мимо.
Это был бонусный персонаж. Если вы хотите, чтобы он чаще появлялся на канале, то ставьте лайки. Если хотите увидеть, как он окончательно попадет по петуху, это будет в следующем выпуске, если вы это покажете своим желанием. Ну типа 84 где-то. Твой самый сильный удар по петуху оказался тише моего самого слабого и тихого удара по бубну. Слушай, я, наверное, не попаду уже по этому петуху. Пытайся маленьким мячом. Я это сделаю. Вы видели, как Тёма попал? Первого раза, без монтажа, что ты скажешь? Антимонтаж. Ну что, я смог только вблизи расстрелять его рукой. Где-то 84-85. Кто не бьет петуху, все по 84. Больше он не может. Если вам нравится этот формат, то есть куча вещей, как его менять. Можно менять ромароя на маромойку. Можно вместо петуха вешать крышку от кастрюли. Гонг, акула, он громкий. Поехали! Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот формат. Вы хотите, чтобы мы его развивали. Спасибо большое Ромарою, большое тебе кунг-фу спасибо. Петушиное тебе спасибо. Ромарой — это большая машина по изготовлению челлендж-контента, поэтому обязательно переходите к нему на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Нечай. Здесь будет очень много годного контента, если Нечай пострижется на лысо. А давай придумаем тебе песню, конечно. И ты будешь ее оставить в конце. Давай. Хлеб кружится, летает шарманка. Почему хлеб? Я не помню, значит. Хлеб кружится. Я не помню, я помню мотив. Это просто на хлебзавод человек пришел с динамитом. И хлеб кружится. Есть. Снег кружится, летает, летает. И поземкою клубя заметает зима. Заметает все, что было до тебя.